Настоящее наводнение случилось в одном из трамвайных парков Петербурга. Причиной бедствия стал прорыв трубы с холодной водой. Вода за считанные минуты затопила депо, в том числе и технические корпуса. В этот момент там как раз осматривали подвижной состав. Рабочим пришлось срочно эвакуироваться из ремонтных ям. Не дождавшись помощи, личный состав принялся откачивать воду своими силами. Под угрозой находится, скажем так, бесперебойная работа городского электрического транспорта в Невском районе Санкт-Петербурга и в Красногвардейском районе станции метро Ладожская, поскольку все эти трамваи получают техническое обслуживание именно в этом трамвайном парке. Движение трамваев по нескольким маршрутам было временно прекращено. Точная сумма причиненного ущерба от затопления пока неизвестна. Кстати, похожая ситуация здесь же произошла 2 года назад. Тогда сотрудникам парка пришлось ломами выдалбливать замерзшую воду, и теперь ситуация может повториться.